Это подземный паркинг в микрорайоне Новогорск-Планерная на Молодежном проезде. Он проектировался вместе с многоквартирным домом. Жители им активно пользуются. Но сейчас автостоянка находится в плачевном состоянии. Потолок протекает, а после каждого дождя здесь лужи, сырость и грязь. Там закрытое помещение, туда допуск ограничен, там находится включение-выключение вентиляции. Мы просили их, ну хотя бы вынесите кнопку включения-выключения вентиляции в общий доступ. Обслуживать и поддерживать порядок в этом паркинге должна управляющая компания, но свои обязательства она не выполняет. При этом плату за парковку собственников жилья снимают регулярно. За помощью жителей обратились к депутатам и в администрацию Химок. Пока в проблему вникли, стараются помочь, каждый на своем уровне. Очень приятно то, что такая реакция. Самое главное – диалог. Да? Вот пошел диалог. Идет диалог, чаще всего действительно есть решение. Депутаты и специалисты профильных ведомств прибыли на место, чтобы разобраться в данной ситуации. И все вопросы, связанные с этим паркингом на Молодежном проезде, взяли на личный контроль. Я думаю, что совместными усилиями с управлением ЖКХ и собственниками мы сможем добиться нужного результата, организовать общее собрание собственников машиномест и выбрать главного эксплуататора, который будет эксплуатировать здание и обслуживать в то же время его. Это сходня, улица Мичурина. В июле здесь начнется комплексное благоустройство дворовых территорий. Жители обратились к Совету депутатов с просьбой модернизировать детскую игровую площадку. Специалисты не оставили без внимания данный вопрос и составили сразу несколько проектов. Жителям было предложено два варианта. Установить либо одну большую площадку с полным набором МАФов, либо две отдельные площадки для каждого из домов. Жители в настоящее время находятся в раздумье, но все-таки склоняются к большей площадке. Кроме того, в этом дворе поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок подъезды и входные группы. Затем приступят к озеленению территории. Жители вынесли свои предложения о том, что когда непосредственно при установке тех или иных детских конструкций поменять их расположение. То есть это еще нам будет в дальнейшем рассмотрение. Депутаты и сотрудники администрации регулярно проводят пешие обходы территории, встречаются с жителями разных микрорайонов, чтобы услышать химчан и помочь на месте решить все вопросы. Юлия Самошина, Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.